Зайчонок ждет начала праздника, а лисичка рассматривает елочные игрушки. В актовом зале реабилитационного центра Ника кого только нет. Смурфики, Султан, Пират, Бэтмен, собачки, кошечки, цыплята и даже знаменитый рэпер приехал. Но кого-то не хватало. Позвали, и он пришел. Дед Мороз. От улыбки его снежной внучки Снегурочки маленькие детские сердечки растаяли. Профессия у нее такая, радость детям дарить. Быть самой ребенком, в душе ребенком и самой получать удовольствие от того, что я делаю. Молодежный центр 21 век проведено ряд акций, так как акция «Дед Мороз. Каждый двор», где наши специалисты театрализованно поздравляли ребят с наступающим Новым годом, играли с ними в интерактивные игры в их дворах. Также проходила благотворительная елка в коррекционной школе в Джимете, где также мы с ними провели какие-то увлекательные игры, подарили детям праздник. Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Ника – временный дом. Но волшебник Дед Мороз всегда приходит туда, где его ждут. Он находит дорогу по горящим глазам и загаданным желаниям. Веселые конкурсы, песни и танцы, мешок новогодних подарков он приносит с собой на радость малышам и взрослым. Какой же праздник без конкурсов? Ладошки поморозили, песни про елочку спели, буги-вуги станцевали, рассказали новогодние стихи и поводили хоровод вокруг красавицы елки. Елочка нарядная, красивая, всем ребяткам нравится. А что такое новое? Это бадалки лавдают. Еще песни поют. Это мусульмасик. Кто тебе больше нравится, Дед Мороз или Снегурочка? Снегурочка. А почему? Потому что. Тебе чем Новый год нравится? Мне понравилась елка, ну как мы играли, веселились. Дед Мороз понравился, подарки дарил, праздник устроил нам. Новый год – это радость. Дети – это большое чудо. Новогодние праздники – это хорошо, но давайте не будем забывать, что улыбаться наши дети должны не только по праздникам. И пусть в новом году этих ребятишек радостным будет каждый новый день.